Друзья, рад всех приветствовать на нашем YouTube-канале Realtor Life. С вами «Столица квартир» и я, Чебленко Владимир. Сегодня мы опять в девятке, но уже пятый объект недвижимости, который приходит к нам здесь на продажу. Прежде чем я расскажу о том, что за очередной объект недвижимости пришел к нам в компанию на продажу, я хотел бы напомнить, что наша компания ответственно подходит к подготовке объектов недвижимости к рекламе. Мы делаем качественные фото, видео и обзоры с квадрокоптеров. Вот как раз сейчас возвращается квадрокоптер, и я попробую показать вам немножечко с другого ракурса дом, который находится за моей спиной до тех пор, пока вы не увидите ролик. Он у нас, соответственно, будет уже немножечко обработан и уменьшен по размерам для того, чтобы вы могли оценить объект недвижимости со всех сторон. Если вы продаете квартиру, делайте как мы. Если вы не умеете делать как мы, обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем. Ну что ж, а теперь давайте о нашем объекте недвижимости, который поступил к нам в продажу. Итак, давайте посмотрим, как всегда, его расположение на Яндекс.Картах. Что ж, мы посмотрели с вами объект недвижимости, как расположился у нас на Яндекс.Картах относительно района. Теперь мы можем с вами посмотреть общие технические характеристики и планировку квартиры. Мы с вами посмотрели, как расположен дом, планировку квартиры, общие характеристики и условия продажи. А теперь мы можем пойти и посмотреть на эту прекрасную, замечательную студию с ремонтом от застройщика вашими глазами. А я возвращаю наш квадрокоптер домой и давайте вперед смотреть нашу квартиру.